честь предстоящего дня города в Алматы прошла фотовыставка. На станции метрополитен Байконур представили 18 работ. Часть из фондов музея истории города, часть работы молодых талантов. Стать участником конкурса мог любой желающий. Фотографии собирали в течение месяца. В итоге из 104 отобрали 18 лучших. Юлия Малютина со своим снимком «Наш город» вошла в их число. Девочка вместе с папой поднялась на Медео и сделала этот кадр. Ознакомиться с работами авторов можно будет до 17 сентября.